Уважаемые жители и гости города, ветераны органов внутренних дел. От всего коллектива Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте и себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Новый год является символом добра и надежды. Это особый праздник, время подведения итогов и перемен к лучшему. Провожая уходящий год, мы с оптимизмом смотрим в будущее, ведь наша главная задача – обеспечить безопасность и спокойствие граждан, защитить их права и законные интересы. В канун праздника хочу поблагодарить весь личный состав за самоотверженную работу и верность долгу в решении непростых и ответственных задач по охране общественного порядка и общественной безопасности. Пусть наступающий год принесет каждому исполнение самых заветных желаний и надежд, счастья, крепкого здоровья, мира и добра. С Новым годом!